Chevrolet Caprice Brougham. Телега, да? Диван на колесах, да? Ага. А тормозит? Ну как-то тормозит. Это что-то тут загорелось. Мало это. Воды охлаждающие. Ой, это как его? Омывающие. 134 тысячи пробег. А его хороший, да, или менянный? А, это накладка. Чуть-чуть руль влево тянет, когда останавливаешься. Интересно. Потолок хороший, да, такой? Состояние ничего. Только сидушка вот водительская. Ну и вот здесь вот косячок. Курили в ней. Там. Безбожно. Вот так мотор вроде работает четко, да, так набирает, но не чихает, ничего. Ну вот этот, конечно, момент есть. Интересно, ух ты, вообще по рельсам проезжает, как, а? Как будто это, никаких этих не слышно даже, до стуков. Комфортный очень. В потоке себя отлично чувствует, в городе вообще набирает легко. Шашки на нем, конечно, играть сложно. Ну да. Так. Катиться классно. Туго переключается так. Рычаг вот этот поворота. Может, так и должно. Не пойму, здесь есть климат, нет или здесь кондиционер? Авторежима нету, да? Ну, коробка четко, да, вообще? В общем, все работает четко, отлично. Вот при торможении чуть влево уходит, и тормоза мне чуть-чуть вот тоже так, ну.
непонятные чуть-чуть. А так супер. Заводское стекло у него, не? Какого года? Я не знаю. 32 там один. Может, какого там? 92-го, не? Никакого. Представляете, а если бы вообще звуков не было никаких, вот сейчас вот переезжали бы, да? Ну это где-то что-то вот эти моменты. Если все зашумить, вообще будет бомба просто. Руль, конечно, тоненький у него. Тоненький. Может, прикольно было бы с тоненьким рулем, не? Интересно, пробег вот 134 родной, нет? Он в таком же состоянии может быть пробег и больше, правильно? А, у него колеса заводские, они радиус поменьше. Может, не заводские. Это сейчас не заводские достают. Вот немножечко косячки. Такая вот бомба. Какого года? Какого он года? 92-го? 92-го, да. Как вам такая тачка, а?